Всем привет! В этом видео я покажу, как сменить картинку на локскрине в системе macOS. Эта картинка отображается при включении и блокировке системы. Итак, для ее замены переходим в настройки, защита и безопасность. Проверяем, чтобы эта функция была отключена. Затем переходим в пользователи и группы. В дополнительных параметрах нашей учетки смотрим строчку UUID. Копируем ее. Затем заходим в папку библиотеки Caches, ищем папку Desktop Pictures. Если ее нет, то создаем. Внутри нее должна быть папка с названием, как в строчке, что мы скопировали. В ней находится картинка нашего локскрина в PNG формате. Ее можно отредактировать прямо во встроенном редакторе, либо заменить на новую, скачав ее, например, с интернета. Переносим скачанную в эту папку и переименовываем в локскрин PNG. Перезагружаем систему. И теперь при запуске или блокировке экрана задний фон под полем ввода пароля будет загружен нами. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если да, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео.